в районе 6 баллов, находится пока в зоне досягаемости пьедестала. Могут еще Бониченко, оттуда сдвинуть Рокет и Лишенко вдвоем, если взаимодействуются. Но если Рокет не получится, то, скорее всего, Бониченко будет третий. А сейчас Елена Лишенко. Вот одна из главных неприятностей в катании Елены Лишенко всегда была вот в чем. Она проигрывала короткую программу, и потом с большим трудом выбиралась наверх произвольно. По старой судейской системе она могла максимум выбраться до каких-то призовых мест, до там, третьего максимум. Однажды откатала на чемпионате Европы чисто обе программы и стала первой. Ну, а в новой системе судейства с хорошей произвольностью она может стать чемпионкой. И сейчас она вообще лидер, хотя два прыжка в короткой программе она исполнила нечисто. Один без выезда, один приземлил на две ноги. Но, тем не менее, она лидер, и сейчас ее слово. Саундтрек из кинофильма «Фрида».
Украинка Елена Лишенко. Трудно сказать, насколько дорогими показались судьям те элементы, которые она исполняла, насколько это было четко. Начало было настолько уверенным, что казалось, что ошибок не будет даже. Но уже третий прыжок, это был тройной тулуп, после быстрых шагов, которые последовали сразу после исполнения флипа. Там уже собраться на прыжок толком не удалось, и дальше несколько срывов еще последовало. Вообще, Елена Лишенко, весьма вероятно, сейчас вот этот тот самый тулуп, попала в такую ситуацию, которая оказалась на предыдущем турнире Cup of China у Мисуку и Япон. Та тоже лидировала довольно-таки шатко, а вот потом с седьмого места тогда и вырвалась на первое место Елена Лишенко своей хорошей произвольной. Может быть, сейчас Лишенко исполнит роль Фоми Сугури, а Галина Костнер исполнит, соответственно, роль украинки. В любом случае, спектакль, его развязка. Это вот единственный спектакль, который развивается онлайн благодаря судьям, так же, как в кинотеатрах будущего, когда можно будет прогнозировать продолжение. Как вот судьи решат, так оно и будет. Такой будет сюжет. Вот так, по произвольной она проигрывает. Но отрыв настолько большой был в международной программе, что 3 балла произвольно, конечно же, ее оставят на первом месте. 95 баллов она набирает в произвольной программе. У Крэнсон Костнер было 98. Как раз Горослик позволил ей остаться первой. Что ж, Костнер в любом случае зарезервировал место на пьедестале. Какое? Сейчас определится во время последнего выступления.